Осуществляются широкомасштабные меры социальной поддержки членов семей шахидов и Гази, а также лиц, пострадавших от армянского террора. По информации Министерства труда и социальной защиты населения, с этой целью более 6,5 тысяч лиц этой категории были привлечены к программе самозанятости. В послевоенный период на начальном этапе для них были организованы тренинги по получению знаний и навыков по организации и управлению малым бизнесом. По завершению обучения им были представлены активы в виде товаров, материалов и оборудования, необходимых для создания небольших семейных хозяйств и предприятий, выбранной ими сферы экономической деятельности. В целом, в послевоенный период программами активной занятости были охвачены 10 тысяч человек из перечисленных категорий.